Прежде чем поразить мир своими шедеврами и научными открытиями, Лео да Винчи был обычным мальчиком, который любил изобретать. Держись крепко, Лоренцо! Сейчас летим! Летим! Лео, мы летим! Не летим, мы падаем! А еще он увлекался искусством. Сделаешь что-нибудь или будешь дальше пялиться? Ты назвал картину в ее честь? Что? Да она просто позировала! Но однажды пришли испытания. Эй, я вижу дым! Это мой дом! Стой, Мона Лиза! Лоренцо, она потеряла все. Мы должны ей помочь. Сокровище потеряно лежит на дне. Кому оно достанется, тебе или мне? У острова Эльба покоится оно. Попробуй доплыть и достать его. Найдем сокровище, и мы спасены. Мое! К героям присоединяются друзья. Агнес. А ну верни, это мое. И Никола. Глянь сюда, побольше увидишь. Или я сожгу карту, или возьмете меня с собой. Мы должны добраться туда первыми. Ты должен найти сокровище и остановить Леонардо. Приготовить пушки, живо! Огонь! Почему у меня 4 руки? Рисуешь ты плохо, занимайся больше.